дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна обнаружила у себя серьезный генетический дефект. Анна Заворотнюк поделилась в Инстаграм фотографией, на которой видны ямочки на ее щеках. По ее словам, она узнала, что ямочки – это генетический дефект, возникающий при недостаточной длине лицевой мышцы. «Представляете, что же теперь делать?» – пошутила Анна. Девушка призналась, что не представляет себя без ямочек на щеках и любит их, несмотря на то, что это дефект. Анна Заворотнюк вернулась в соцсети после затишья. После того, как девушка снова активизировалась в Инстаграм, ее аудитория выросла на 10 тысяч человек.